Так, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник. Очень-очень давненько мы не бегали вместе с вами в Secret Neighbor. Сегодня мы это исправим, стараясь каждый день выпускать вчера Грейни, позавчера Black Mesa, чтобы все люди, которые смотрят что-то отдельное на канале, кроме «Привет, соседа», получили то, чего желают. Не знаю, давно не заходил, не знаю, что здесь поменялось. Так, ладно, выберу, как всегда, у себя лидера. И перейдем, наверное, к игре, ребята. А вы не забываем ставить свои лайки и подписываться на канал. Так. Я хочу поменять на клоуна. Я хочу бегать клоуном. Хотя я сам как клоун. Ладно, давай, быстрая игра. Давай. Поехали найти игру. Там кто-то хрипит. Данил, не хрипи. Ну вот, сейчас как обычно будем ждать 10 часов, пока все зайдут. Что с онлайном, так все вообще настолько плохо, что ли, стало? Вон мистер Мурат зашел. Конечно, есть. Интересно, он меня узнал? Оказывается, он испугался меня и все. Я надеюсь, что никто не будет материться и так далее. А мы продолжаем идти в дом. Обворовывать Васильича, не знаю зачем, мы каждую ночь ходим к нему в дом, пытаемся попасть в подвал, своровать его соленье и так далее. Нифига себе здесь как все. Ё-моё! Что значит его ё-моё, я не знаю, почему снег на улице? А, ну наверное, потому что зима, это в принципе логично, что зимой идет снег. Это нормально. Подожди, я что, в Сибирь что ли к себе вернулся или что? Ну, уже кто-то упал, разбился. Отличное начало сегодняшнего дня, как говорится. Так, отлично. Все, пацаны, у меня карточки есть. Побежали. Братан, у меня карты есть. Сейчас все везде откроем. Блин. А здесь можно как-то открыть? Мне нет. Так, я надеюсь, он свой. Еще одна карточка первого. Да куда вас стыкать-то? Я даже и не знаю. Я просто буду бегать туда-сюда, приседать в непонятных местах, пролазить мимо гаражей и так далее. Почему я все-таки маленькая... Блин, я сюда шел вообще-то двери открыть. А вы взяли все, открыли, ребят. Нифига себе, как вы оперативно работаете. Сразу видно, домушники со стажем. Знают, что, ребят, берем все самое ценное. Все самое ценное, что есть, берем. Так, ценного ничего нету. Зачем ему столько ящиков, в которых ничего нету? И холодильник, в котором тоже как-то не густо. Надо было мне все-таки делать все по старой схеме. Оп, отлично. Есть карточка вторая. Можно молоточек еще взять. Молоток взял, кому-то темечко дал. Ну, не стоит, конечно, этого повторять, потому что уголовно наказуемо нельзя делать плохо другим людям. Другим людям нужно помогать. Отлично, третье. Так, ну давай на крышу схожу, посмотрю тут что. Что здесь есть у нас интересного. Так, ладно, мне надо ключики взять. Смотри-ка, здесь ружье тоже есть. А где Васильич-то? Васильич! Ты вообще в курсе, что мы тебя грабим? Ты будешь за нами бегать или нет? Или оно тебе не надо, может быть? Как-то подозрительно. А Васильич в курсе, что он Васильич? Может быть, он и не в курсе даже. Проснулся с утра, говорит, вроде я, говорит, маленький мальчик. А потом хоп, а он Васильич, оказывается. Вот так вот все. Вообще не весело. Может быть, я завтра проснусь, и я буду Васильичем. Кто его знает? Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Так... Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел сказать, чуть яйца не отбил, потом вспомнил, что я девушка, и что мне нафиг не нужен красный ключ? Красный ключ, только свистни, он появится. Давай. Побежали. Ребят, нафига я реально притащил красный ключ? Я для кого старался? Чтобы вы, что ли, все это открыли, или что? Не надо так делать никогда. Так, надо будет, кстати, зайти в эту комнатку. В секретную комнатушечку Васильича. Так, желтый ключ точно нужен. Так, а если я отсюда буду... А,
Нифига себе, он взял окно заколотил. Нифига ты, Васильич, даешь, окна заколачиваешь. Хотя ты все заколачиваешь, деньги ты тоже заколачиваешь. Ты вообще прям молодец, Васильич. Дома себе, я не знаю, сколько у тебя усадеб этих. Я только что пста, наверное, бывал уже. Я все-таки понять не могу. Где? Где Васильич? Васильич? Василю? Пердилю? Ты где? Так, что там надо? Синие, желтые надо. Чердак-то вообще весь обошел, нет? Или так, чуть-чуть только? Так, ворона-то вообще летает еще здесь, нет? Как это все сейчас сделать? Да, летает. Молодец, ворона, летает дальше. Пока эти перья все не общипал. Я такое чувство, что нас здесь как-то маловато. Опа-на. Братан, здорово. Что-то он мне говорит, что-то он мне хочет сказать. Говорит, здесь нету ничего. Вот, наверное, что он хотел сказать. Молодец, молодец. Так, красный ключ. Так, а точно башня же упала уже давно. Я все думаю, что она есть. Блин, холодно, однако. Я сейчас замерзну. Заболею, простужусь. Чуть не упала. Блин, упадать вообще не весело. Так, ладно. Пойдем. Нам нужно вот, вот. Так, а здесь у нас закрыто, да? Сверху никак не пролезть. То есть это никто не взял и не открыл. Что за люди такие? Я тут что, сам что ли все должен делать? Машинку возьму, чтобы панику не наводить. Так, здесь, говорит, есть ключ. Здесь и ключ-карта есть. Что самое хорошее? Так, они-то будут забирать там, нет? Васильич, ты где? Васильич реально не в курсе, что он Васильич. Но бывает такое. Болезнь Василинатора. Третий. Нафига он мне нужен? Просто здесь, чтобы ходить. Причем их там две штуки аж лежит. А, здесь вторая. Ну и фиг с ней. Тогда. Так, ладно, ладно. Давай, 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 ищем. Ищем ключики. Так, вот это на голову. Ключик в кармашек. Избушку на клюшку. Блин, зачем здесь все закрыли-то, перекрыли, а? Ребят, вы что-то вообще долго открываете, я вам скажу. Вот прям не по секрету причем. Прям очень-очень долго вы все делаете. Вы должны искать ключи. Вы должны открывать. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, да ё-моё-то, у меня же даже ружье было-то! И сосед, главное, вылез, а? Он что, все это время здесь сидел, что ли? Ну да, ладненько. Бывает что. Первый, блин, как говорится, комом. Блин, у меня же было ускорение-то. Че я ускорение-то не нажал? Я побежал бы тогда и застрелил бы соседа. Нет. А я тупанул. Так, давай, выйдем. Покинуть, да, действительно, покинуть. Выберем. С рогаточкой. В магазине, может, что-нибудь прикуплю. Что-нибудь, не знаю что, что-нибудь прикуплю. На 195 что я могу купить? Могу вот такие себе штучки купить. На коленники. И буду молодцом. Да, тут все одно и то же. Ладно, 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 давай, поехали. Блин, ну его не было, не было. Не, остальные-то чем занимались? Два ключа нашел, остальные бегают, ничего найти не мог. Да, здесь ничего нету, я фиг знаю. Ладно, 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 что бывает. Давай быстрее. Давай, поехали. С нами легендарный 3-3-6-5-6-1-6-0 Випер-6-2-6 Чиппер 1-5-8-9-9-1-118-56 это какой-то рофл или что? А зачем? Зачем действительно у всех? У всех цифры. Зачем всем цифры? Блин, реально, у меня даже ружье было. Я мог просто застрелить соседа и все. Нет, нет, сосед просто поймал меня. Вот так вот всегда и бывает.
А зачем ты за мной бежишь? Зачем ты бегаешь за мной? Уходи! Уходи! Может быть, это сосед? Поэтому тогда надо запрыгнуть наверх, если это сосед. Не знаю, зачем он за мной ходит. Ходит, что-то за мной ходит. Хватит бегать за мной. Надо это следы заметать. Я не знаю, что у него там в голове. Так, ладно, он дальше куда-то побежал, походу. Так, пойду открою на втором этаже, найду ключик. Ну что? Так, это что, ускорение сейчас было откуда? Подожди, чел, то есть ходит, открывает и потом... Братан, у тебя все нормально? Ты на атомы распался, то есть на листовочке. Ну это практически одно и то же. Так что все нормально будет. Ну и вот, нафига я сюда шел тогда? Да выпусти ты меня. Так, мне вторая карточка нужна. Вторую карточку дайте мне, пожалуйста, ребят. Мне ее нужно наверх срочно. Мне срочно нужно сходить наверх. Я хочу поссать с крыши. Ну не знаю, фетиш у меня такой. К Васильевичу приходите с крыши писать. А, вы еще и закрылись. Молодцы, ребят, конечно, что. Давайте, закрывайтесь от меня. Буду сидеть здесь молоко пить. Вот почему вечно другие дети не хотят играть со мной? Не знаю. Не знаю, с чем это связано. Ну, так всегда. Так, ладно, ключ нашел. Это хорошо. Но меня интересует не ключ. Да, отлично, я нашел второй ключ. Мне вообще другое надо. Что-то надо, что-то не надо. Пойду открою. Не знаю, нужны они, не нужны. Нифига он там со стулом бегает. Здорово, братан, у тебя все нормально тут? Випер 626. Видимо, да, видимо, у него все хорошо, действительно. Подожди, а здесь же было закрыто. Кто это открыл? Нифига себе, это... А что за фигня? Я даже не возле него был. Ты мне кастрюлю новую сбил, так, на секундочку. Я тебя сейчас собью за это. А вдруг это сосед? А вдруг не сосед? Всякое может быть. Мне нужно на крышу. Мне нужна карточка второго уровня. Отлично. Отлично. Я нашел то, что я искал. Теперь я валиваю отсюда. Так, здесь сейчас будет карточка третьего. Карточка. Так, новая кастрюлька. Возможно, даже с с керамическим покрытием. Так, ты это выкини вообще. Шоколадку. Отстань от меня. Я тебя боюсь. Че ты бегаешь за мной постоянно? Открой. Открывать будешь? Или не будешь? Он за мной так и будет бегать походу. Как ты мне надоел-то, а? Я его реально сейчас хлопну, блин. Короче, вот этот тип, он постоянно за мной бегает. Что-то там 360, что-то с чем-то. Ну, если он бегает за мной, ну, хорошо, ему сейчас ответочка прилетит. Никола, молодец, такой подбежит, кинет в меня что-нибудь. Подожди, где этот тип? Где этот чувак? Я тут вообще-то, между прочим, полезными делами пытаюсь заняться. Випер. Блин, ты чё карточки-то нету? Но то, что карточки нету, это вообще минус. Это прям огромный минус. Снизу пойти поискать. По-любому вот здесь есть. Так, он там ключ забрал. Нет, здесь нету. К сожалению, я не угадал. Да что за фигня-то? Где карты? А, во! Во, все, я нашел. Все, замечательно, я нашел карточку, я пошел наверх.
Мне нужно сбить ворону, зайти в эту комнату, посмотри, там что-то вообще что-то поменялось, не поменялось. По-прежнему все не по-прежнему. Ворона, ворона, ты где летаешь? Ты летаешь. А где она летает? Нифига себе, замерз. Мне трясет всего. А, вон. Да куда? Куда нет? Где ворона? Она улетела уже, походу, куда-то. Пока я здесь трясучку словил. А как мне отсюда выбираться теперь? Прям сразу в могилу прыгать? Ё-моё. Как я так умудрился-то, блин, а? Ну, замечательно. Лежать мне теперь здесь. Пока за мной Василич не придет. Помогите! Пожалуйста, помогите мне. Ну помогите. Поднимите. Ладно, сам поднимусь. Ну так вот дождешься от вас помощи, блин. Маленькая девочка хрипленькая здесь упала, и никто не помог. Так надо согреться. Так, все, согрелся, пойду. Пойду ловить ворону. Ворону мы сегодня поймаем? Нет. Я надеюсь, что поймаем. Так, тихо. Куда полетела? Да ё-моё. Так, давай, ладно, с этой стороны подобью. Да не видно еще нифига. Я прям ее не вижу даже. Короче, где-то там упала, да? А я что-то не вижу, где упала-то. Что упало, то пропало. Зачем смысл от решетки, если ее все равно перепрыгнуть можно? Мне кажется, что у нее карточка даже и не выпала. Ну и где мне карточку сейчас искать? Куда она упала? Я, кстати, каждый раз, когда здесь сбиваю, я потом карточку не могу найти. Да, типа сбил туда-сюда, молодец, чё. Она куда-нибудь здесь в замок упала в этот. Как же все сложно-то, а? Просто надо взять этот. Давай, отмораживайся, Леха. Оп, нормально. Короче, не найду я карточку, ладно, в следующий раз. Ну, как обычно, че? Все не как у людей. Как-то непонятно все, через одно место. Но я даже не видел, как карточка падает. Да здесь, блин, буран такой, здесь вообще ничего не видно. Так, остался синий красный ключ. Я понял, отстал. И по-любому на крыше можно все это дело найти. Ой, да ну вас нафиг. Пойду наверх, сбегаю. А где ребята-то все бегают? Я понять не могу, куда они подевались-то? Было много ребят, все куда-то делись, все пропали. Все пропало. Все, что могло, все пропало. Так, там, смотри, уже открывал кто-то что-то. Возможно, даже это был я. Нет, ну это всяко не я был. Так, нужен что-то синий и красный ключ, по-моему. Да что так холодно-то? Надо какие-то шмотки из дома потеплее брать. Здесь тоже все обчистили.
То есть все, везде забрали, да, я смотрю? Молодцы. Работают, стараются. А вот здесь не гляну, а здесь все равно ничего нет. Поэтому можно было и не глядеть. Тын-тырын-тын-тын-тырын-тын-тын-тын. Где искать-то? Вообще, где все люди? Самое удивительное это что? Детишки! Ребятишки! Ребятишки, вы где? Нам ключи надо искать, вы что здесь филоните, где-то ходите? Вы что, собираетесь что-то делать, нет? Вот, смотрю, тут уже кто-то что-то собрался делать. Да блин, да возьмись ты! Отлично. Здесь тоже уже открывали все. Что-то как-то частично все открывали. Где-то открыли, где-то не открыли. Кто здесь бегал такой умный? Ключик мне покажите. Я вообще никого не вижу. У меня такое чувство, что я здесь один остался. И один пытаюсь что-то найти. Так, а он мне желтый нафиг не нужен. Блин, упал. Ладно, чё. А мне красный, да, там нужен, по-моему? Насколько я помню. Время-то кончается. Часики-то тихо. Часики тик-так, тик-так, тик-так. А мы все бегаем и бегаем. Фига оно мне. Блин, да какой капкан-то, блин, а? Ё-моё! Вон и Василич пришел. А я что, последний был, что ли? Да, что-то мне сегодня как-то вообще не везет. Да, я последний действительно был. Все дети пропали. И монеточек нам не дали. Ладно, ладно, в этот раз... Я все-таки надеюсь, что я собью. Вот с нами я Кинори, рюкзачник. А народу-то все нету. Где? Где весь онлайн? Где? Куда делся? Все пропало. Все. Все люди. Кстати, это все-таки интересно, он был соседом или нет? Я не знаю. И не знаю, кто знает. Ну, ребят, давай, заходим. В принципе, понятно, почему я давно не заходил. Здесь, в принципе, ничего не менялось особо. Обновления новые, я как понял, так и не выходили. Последнее было где-то там в январе, что ли, в начале или в конце декабря даже. Как-то вот так, что-то с онлайном тоже, во все онлайн весь просевший. Я не знаю, когда разработчики, например, сделают светлую версию. Почему куча людей играла в первую часть «Привет, соседство»? Она была светлая. И у меня даже ролики, большинство роликов на канале именно светлые, собирают много, большое количество просмотров. Выпустили бы DLC хоть что ли какой-нибудь, и я без понятия. Изобретатель, рефайр, давай все! У нас вон есть! Мы победим! У нас есть азиат в команде! Азиаты всегда побеждают всех! Он даже что-то говорит. Не знаю, что он, но что-то говорит. Что это, азбука Морзе? Подожди, тихо, братан. Стой, подожди. Братан, а ты не мог бы подальше от меня отойти? Я не хочу подхватить коронавирус. Да, я знаю, что шуточки про коронавирус им надоели. Ну что поделать, как говорится. Ладно, пойду сюда сбегаю. Но китаец, тем не менее, пытался что-то сказать. Ну, не знаю, кто он там, китаец там. Не китаец. Оп, на голову одеть. Голова, правда, мерзнет. Вот на голову одеваешь прям кастрюлю, и прям мерзнет голова. Это не весело, когда голова мерзнет. Еще одна первая, да? Ты что чудишь-то, блин? Что делаете-то? Вообще, что ли, дурачки или что? Я тут бегаю, открыть пытаюсь, блин.
Чё вообще пошли, в смысле, куда, зачем, кого? Взяли кастрюлю, мне сбили. А кастрюля, между прочим, от коронавируса защищала. Так, все, я, короче, пойду наверх. Ну их нафиг с ними еще общаться, что-то, блин. С ними вообще общение как-то не строится. Опять этот здесь. Ты мне надоел уже. Опять мне будешь кидаться. Там, походу, поймали кого-то. Блин. Так, ладно, мне надо ворону сбить. Ворона, ворона. Избивать я ее буду с этой стороны. Ну его нафиг. Вот здесь сбивай, здесь всегда выпадает. Где она там летает? Давай, давай, лети сюда, чеши сюда. Мне нужна карточка. Да ну тебя нафиг. Блин, в мельницу попал. Подожди, стой. Не улетай, вернись. А здесь где-нибудь орешки есть? Так, ладно, у меня еще 5 попыток есть. Я сейчас вообще не попаду, наверное. Потому что холодно. Трясет всего. А это вообще не весело, когда трясет. Да блин. Да стой ты! Да ну тебя нафиг, ворона, блин! Вообще мне что-то как-то не везет. Прям вот не везет и все. Может кидать чуть побольше в нее? Блин, вот здесь этой холодрыги бы не было. А что ей кидать-то побольше? Ладно, пойду открою что. Кстати, можно зайти, орешка взять еще. Дело прошлое. Оп-оп-оп. Подожди, тихо, я замерзаю, братан. Я замерзаю. Все, занято. Занято. Подожди. Да блин, я думал, это не так работает. Опа, она стоит, смотри-ка. Ладно, стой там. А, вот орешки. Ой-ой-ой-ой-ой! О, отлично, ускорение дали. Да что ты хочешь? Ты мне подарок подарить, что ли, там хочешь? Или чё, блин? Чё ты прикопался-то ко мне, а? Да, блин, поймал меня всё-таки. Я, короче, вообще что-то бегаю, вообще туплю, меня уже третий раз подряд ловит ворону, я не могу сбить. Все, главное, залазю куда надо, вроде все нормально. А нифига не нормально, оказывается. 2 ключа с собой таскаю, открыть не могу. Просто я хочу зайти в ту комнату, посмотреть, что там в этой комнате. Бамбл фрик. Мне проще было в КС-очку зайти, да покатать, да и все, и не париться, собственно. Че париться-то, блин? Ну давай, давай, давай. Ищись, кейхак. Я все равно, я собью. Не, ну просто у меня задача сейчас была не выиграть. Ну очень похоже не. Фейк. Так, тихо, контору не пали. Фейк это или не фейк? 2003 SE. Вот моды делает чувак, между прочим. Моды я его прохожу периодически. Видишь, как судьба-то свела. Вместе. Ладненько, давай, давай, давай. Бегаем, бегаем, ищем. Так, мне нужны ключи первые.
Карточка, карточка первого уровня. Где взять карточку? Открывай. Красавчик, красавчик. Молодец. Мне нужно второго. Мне нужно наверх ворону сбить. А у него, наверное, уже и есть второго. Так, вот второго есть у меня. Так, пойду, пойду. Я все-таки собью эту ворону. У меня все равно это получится сделать прям. Прям у меня должно получиться. Так, а что я где вижу-то? Здесь нет нифига. А, то есть взять, говорит. Хотя там нифига не было видно даже. Так, дайте. Дайте, дайте. Ворону поймать. Ворона, иди сюда. Сюда иди. Я тебя все равно собью. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно лети ты. Так. Да стоять ты! Блин, сбивал же в прошлый раз. Да ну тебя нафиг, блин. Надоело ты мне. Пытаешься тебя тут сбить, пытаешься, а толку-то? Толку-то? Толку нет нифига. Вот такие вот дела. Давай лети. Вот если бы меня вот так бы не мандражило бы, из-за снежинок я даже прицел собственный не вижу. Что смущает? Да иди ты нафиг! Как меня это все обламывает-то, а? Ладно, пойду открою тогда. Есть один ключ, пойду хоть что-то сделаю полезное. Буду полезный для команды. Хотя и бесполезный. Да блин, да зачем мне брать? А, открытые надо. Там кто-то дышит как-то неровно. Мне не нравится, когда кто-то неровно дышит. Да и чё, нафига я красный ключ сюда притаранил тогда? Так, всё, ладно. Пойду опять наверх. Со спокойной душой можно идти наверх опять. Пытаться опять ворону сбить. С 85-тысячной попытки, может быть, и у меня получится это сделать, конечно же. Конечно, здесь-то закрыт он. Что он говорит? Он мне говорит? Не надо мне говорить. Я ему говорил, он меня, наверное, не услышал. При загрузке, наверное, у него загрузка была, вот и все. До сих пор думает, я, не я. Да, я фейк. Фейки! Ну стой, снизу-то, по идее, вообще вот отсюда самое простое сбивать. Вот она летит, когда сюда. То есть она, получается, прям над тобой пролетает. И то есть остается только попасть. Но, у меня руки растут с одного места, поэтому я нифига попасть не могу. Я вот прям... Она точно сейчас вот здесь где-то упала. Где-то здесь упала карточка. Бог поможет. Подожди, где она упала? Там все дальше, дальше, дальше открывают. Где карточка? Карточку мне запилите, дайте мне карточку. Я ее не вижу. Чувак ползает что-то. Ты что ползаешь-то? Не надо ползать. А он вообще там ползает где-то. Так, ладно, я согрелся. Она где-то здесь выпала, блин. О! Ну, да неужели я ее нашел, блин? Пойду зайду хоть туда. Ну сейчас меня сосед поймает и все, и никуда я не зайду. Васильич, не надо, милая. Да, я зайду посмотрю. Там где-то что-то поменялось, не поменялось, я не знаю.
Потом уже можно спокойно что-то делать. А вот выигрывать и так далее. Да, конечно, в смысле. Чё, здесь вообще ничего нового я смотрю. Ну, надо все это активировать, чтобы все работало и так далее. Ну да, ладненько. Короче, просто все по-старому. Так, у меня 45 секунд, чтобы добраться. Времени в обрез. Ладно, пойду. Забегу. Пойдем, братан, пойдем. Подожди, он что, соседом был? Дети победили. Все, дети всех победили. Чего я гонял вообще? Два раза подряд гонял, пытался туда зайти. Все, зайти никак не мог. Ладно, так, мне надо выбрать кого-нибудь нормального. Какого-нибудь нормального выберу. Возьму вот сумочника, рюкзачника. И буду бегать. Так, давай, найти игру. Опять 2003 SE. Тан-таран-тан-тан-тан. И никто не хочет заходить. Все, онлайна нету. Онлайн умер в этой игре. Между прочим. Вот уже Паша с нами, все с нами. Хай-хай-хай. Кто русский? Да все русские. Что ты себе позволять говорить? Давай. Так, каким я играю? Я рюкзачник. Надо, короче, сейчас сразу. Ага! Где рюкзачник я? А нафига ты меня кидаешь? Ты дурак, что ли? Взял меня, кинул, блин, что-то. Так, клей еще здесь налили. Надо ребятишек поймать. Тише, маленький. Блин. Кого он? Перепутал, говорит, что-то. Бывает что. Всякое происходит. Да, или не того. Эй, ну я. Извини, братан, ничего личного. Да. Не хотел же я быть соседом. Почему я сосед-то? Ладно, всех поймаю, чё. По-быренькому. Так, где еще ребятишки у нас? Так, где-то, по-моему, выше бегают. Давай, Хэмили бой. Пойти хоть что-нибудь подпитаться чуть-чуть. Чуточку получаю уровень. О, буду коробкой. Братан, ты где? Братан! А чё, А, потому что упал, наверное. Наверное, скорее всего, из-за этого. Так, ладно. Кстати, я скилл у себя не активировал, а надо бы. Ворона указывает на ключ. Значит, он по-любому пойдет за ключом туда. Может, и не пойдет, я не знаю. Надо найти всех.
он забрал. Забрал. А я деревцем сижу и мальчишек себе жду. Только я все сижу и кого-то я тут жду. Ну, придет, нет сегодня. Да не хочу я этой штукой быть. Иди, иди ко мне, братан, братан, братан. Ты придешь, нет? Ну, долго будет ходить, нет? Ко мне, пожалуйста. Я коробка. Пам-парам-парам-парам. Ты где, братишка? Не, главное, выше-то забрал. Вообще идти, что ли, не хочет? Братан! Да чё я в одно и то же-то превращаюсь? Ну, цветочком хочу быть. Буду быть, буду я цветочком. Бегать у елочки. Ну давай, давай, иди, иди сюда уже. Ну сколько, сколько тебя можно ждать? Сколько? Год, два, три. А, вон он. Здорово, Паш! Все, Паш! Отпахал ты свое. А, все, он последний был, что ли? Ну все, отлично. Ладно, ребят, давайте на этой нормальной ноте закончим. Закончим. Не надо. Кемпинг-то не хорошо. Надо это. Я что-то не услышал, что он сказал, что-то нехорошо. На этой ноте мы закончим все это, конечно же, снимать. Потому что мне надо снимать дальше. Вам привет, сосед, который вы обожаете смотреть. Все, секрет соседа еще, наверное, месяца не будет. Как и меня, в принципе. Не забываем ставить свои лайки, подписываться на канал. Нет, вы не беспокойтесь, ролики будут выходить, все нормально. Я уже отсидел, много отсидел. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения и всем пока. Ну ага, опять молодец ушел, а мне что здесь, мысли? У костра тебе, здесь даже костра нет, здесь холодно, блин, я в шортах. Я не модник, чтобы у меня вот так вот, блин, у меня щиколотки, все, все простудит же. Ладно, все, все, буду сидеть здесь, охранять, ждать Леху. Давайте увидимся.